Ребятушки, ребятушки, всем добро пожаловать! У микрофона, как всегда, Рамзес. Друзья, нашел сегодня офигительный проект «Смертельный бег ДРМ». Ни разу здесь вообще не играл. Сейчас посмотрим, что этот проект из себя представляет. Но я вижу, что он очень-очень годный. Как мне админ написал, здесь очень-очень много разных. То есть здесь как бы проект один, то есть один сервер включает все три сервера. То есть я вообще не понимаю, что здесь такое. Спидометр, там какие-то наблюдения, там вообще, друзья, очень-очень годно. Сейчас мы посмотрим, поиграем, то есть я думаю, очень-очень годно будет. Сейчас вот какой-то режим фублум, карта какая-то фублум, что-то вообще, друзья, я не понимаю. Но мы посмотрим, реально, смотрите, вот и что здесь делать. Пожалуйста, напишите в комментариях, друзья, кто играл вот на таких серверах годных, что здесь делать нужно. Но я как вижу, здесь нужно банихопить вроде бы. То есть, ну годно, друзья, я здесь буду часто играть, так сказать. Нам нужно пройти карту, я так понимаю, да? Парашют есть? Что за кнопочка такая? КПшка здесь, да? КПшку, наверное, брать. Спидометр у нас показывается, как я вижу. Сейчас мы посмотрим. Я бы хотел побанихопить вообще. То есть, давайте мы сможем сменить карту. Сменить карту мы можем. Голосовать за карту, забанить игрока. Я вообще на сервачке, друзья, авторитет. То есть, у меня вроде бы привилегия такая. Так, менюшечку давайте посмотрим. Так, ножи. Давайте посмотрим. Это дефолтный, короче, нож идет. Дальше мачете вот такая вот. Керамбит. Такой красивый, красавец просто. Сейчас мы карту... Вот, номинировать карту, вот. Только почему мы сменить не можем? Сменить карту, 2 из 10, что такое? Так, давайте пока что ножи покажу вам, друзья, почему бы и нет, пока вот карта меняется. Дальше вот такой вот штык-нож идет, дальше хаммер. Хаммер идет, недоступен, вы не сможете взять этот нож. Окей, для 7 игроков, я понял. Дальше катана для випов, танос для админов, друзья, вархаммер для голдов, то есть вот такой, как у нас, то есть очень красивый и очень-очень годный. Так, магазинчик здесь, я вообще не понимаю, друзья, что здесь да как, почему я карту не могу сменить, вот 2 из 10, типа, ну блин, не знаю, друзья, понятия не имею. Так, давайте дальше посмотрим. Так, с магазинчик здесь жизни, взрывные гранаты, двойной прыжок. Давайте двойной прыжок купим, у нас вообще деньги есть. У вас не хватает паков, отлично. У нас не хватает паков, передать паки, то есть и в принципе все. Так, сменить карту, РТВ. Так, номинация карт, ну блин, я поставил. Заткнуть игрока, лучшие игроки, то есть дальше информация, инфо. Привилегии, тут платные услуги, правила сервера. То есть, ну, годно, годно, друзья. Я реально здесь ни разу не играл, поэтому, блин, не судите строго. То есть, просто я реально не понимаю, что здесь делать нужно. Нашел такой сервачок. Здесь я понимаю, нужно просто вот так играть и бэхопить. Ну, не то чтобы бэхопить, а просто допрыгивать и пройти первым цель. Наверное, так, друзья. Ну, я так считаю. Обязательно жду вас всех на сервачке. Будем вместе с вами играть. То есть, вот так вот прикольно будет. Я думаю... То есть, давайте сейчас посмотрим, что да как здесь отталкивается, к сожалению. Так, личный кабинет. Сейчас, что? Админ меню. Возродиться, возродить игроков, взять паки. Мы взяли, вы взяли паки, отлично. Линия за спиной у нас включена. Да, красота, друзья, красота, линия за спиной. А что не включается? Выкл. Так, типа, стоит, ну включена вроде бы сейчас, да? Почему у нас не показывается, я понять не могу. Ладно. Управление MX Mod меню. Сменить карту мы не можем. Почему, друзья? Ну, то есть, кликнуть, забанить, ударить, убить, сделать рестарт, заткнуть. То есть, поменять модель. Охотник. Камера есть? Камера, камера нету. Охотник, Нео, агент Смит, боксерш. А вот, кстати, этот появились спрейфы такие у нас. А Нео, давайте Нео поставим. Почему бы и нет? И, в принципе, вроде бы все. А если мы сделаем рестарт? Возродился. Ничего не помогает. Заткнуть, голосовать за смену карты. Я не знаю, друзья, что здесь делать. Сделать рестарт не можем. Давайте пока что попробуем здесь просто вот так побыхопить. Типа попробовать пройти. Я понятия не имею, что здесь реально делать. Возможно, нам сюда нужно, да? Опа, все, я понял. Нам нужно было сюда. А сюда запрыгнуть не можем, к сожалению. Значит, по...
Я все понял. Так, сюда запрыгнуть мы можем же, да? Отлично. И вот так. Опа, отлично, красиво было. Красиво. Так, сейчас... А что так сложно, друзья? Ну, блин, сервачок реально годный. То есть здесь очень много карт, чтобы вы понимали. Но я вам 5 из 10. Нам нужно, то есть, поменять вот так карты. И тогда... И тогда мы сможем, то есть там Детран сервера, вот такие сервера, типа Бхопа. То есть вы можете, как я, приобрести здесь привилегию, играть вам будет очень много плюшек разных доступно. Но почему я не могу запрыгнуть? Нам нужно на уголок или куда, типа вот. А, клан 10, клан, то есть создание клана 10 рублей стоит, охранник 30 рублей, VIP 50 рублей, банкир 100 рублей, админ 100 рублей. А голд админка 150 рублей и авторитет 300 рублей. Онлайн покупка привилегий, то есть вот, друзья. Ссылочку оставлю, все ссылочки, короче, в описании. Если вас заинтересовал данный проект, обязательно поддержите его, друзья. У кого есть желание, можете приобрести привилегии. Тем более, они не так уж здесь и дорого стоят. Но почему я допрыгнуть-то не могу? Куда нам вообще нужно здесь прыгать, чтобы я смог допрыгнуть? Допрыгнуть. Если... Нет, туда мы точно не долетим. Паренек также вот так вот. А если вот так? Опа. О, я допер, отлично. Так, вот. И сейчас... Отлично. Отлично, друзья. Все, наконец-то я это сделал. А если... А чё? А в чё? А в чём прикол? Типа, там жидкость. А если вот так пройти? Блин, сложно, друзья. У нас ТПшка. Так как нам... А, вот же, блин, чё я туплю? Чё я туплю так? Сейчас попробуем эту, в принципе, карту с вами пройти. Но, наверное... Опа, опа. Ой, друзья, я смог это сделать, в принципе. Сейчас нам куда нужно? Ага, я вижу, туда, значит, да? И как нам? Хорошо, я все понял. Ну, реально, годный сервак, друзья, согласитесь. Вот кому, реально, кого я заинтересовал, друзья, обязательно заходите. Я реально буду здесь частенько играть. Попробуем, в принципе, почему бы и нет, поиграть с вами. А как мы тогда туда добрались? Я понятия не имею. Во. Во, паренек пытается допрыгнуть, но у него это, как и у меня, не получается. Опа, вот так. Вот так. Сейчас посмотрим за ним, куда он, в принципе, попрыгает. Возможно, нам сюда... Ах ты ж... А, мы можем два прыжка купить. А, телепорт, так, двойной прыжок. Опа, мы купили двойной прыжок. Опа. А, мы, в принципе, один и завязали. Можем один завязать и, в принципе, сюда вот допрыгнуть. Опа. Можем же? Правильно, друзья. Так, а если мы сейчас разгонимся? Опа. Ага. Окей, такс. Такс. Все, в принципе, прикольно, кстати, друзья. Очень-очень здорово. Ё-моё. Опа. Не, реально, мне нравится, друзья. Не знаю, как вам, но мне... Кайф реально здесь играть, прикольно. Здесь нам нужно на скорость, я так понимаю, попроходить вот так, все, найс. Мы прошли эту локацию, сейчас идем сюда. Здесь стекло, да, которое мы пройти с вами не можем. Но мы оказались здесь, здесь, и нам нужно вот сюда, да. И сейчас серф, друзья, серф, реально прикольно. То есть это, знаете, как в CSGO такие карты годные, согласитесь, друзья. Как в CS-очке GO. Нам нужно сюда. Реально, друзья, мне в кайф. Мне лично заходит. Продолжение, конечно же, сниму. Потому что мне очень нравится сервачок. Такой разнообразный, друзья. Согласитесь, вот такого реально никогда не видели нигде. Я уверен в этом, что вы такого сервера нигде просто не видели, друзья мои. И поэтому, почему бы и нет, показать вам, что это такое вообще. Так, опа. Не допрыгнули мы или допрыгнули. Паутинки здесь, к сожалению, нету. То есть она здесь, наверное, вообще и не должна быть. То есть как нам вообще допрыгнуть до туда? Вот сюда нам нужно как-то или куда? Время, кстати, тайминг у нас на нуле стоит. Понятия не имею почему. Куда нам? Возможно, сюда, если прыгнем. Сюда. Значит, никуда. У нас два прыжка, кстати, есть. Так что можем заюзать вот так. И, в принципе, прыгнуть сюда. Дальше. Опа. Опа. Ой, здесь сложно, друзья. Блин, мне хочется попроходить. Давайте, короче, как я вот это вот пройду, я сразу же включусь. A few moments later. Друзья, короче, я так и не дождался. У нас сменилась мапа, то есть здесь...
по дефолту Детран, то есть мы здесь можем детранить, здесь очень-очень так же круто. Я хотел подетранить, но там, в принципе, друзья, время истекло, и поэтому мы сейчас просто с вами детраним, то есть пытаемся дойти, но нет, с вами погибаем. Нужно, короче, купить нам прыжок, какое-нибудь улучшение игрока, такс. Меню привилегий, где наше меню привилегий, я так и забыл. Магазин, такс. Ага, дальше менюшка еще банк, ускорение, то есть, друзья, ускорение, буст, ускорение включить, адское ускорение, ну, что-то выключить. У нас ускорение сейчас включено или нет? Такс, вроде бы включено, а сейчас... Ну и сейчас включено. Во, сейчас вообще, друзья, все включено. Да, все включено, изи. Дальше давайте посмотрим, что есть. Видосик прям вообще кардинально задержится. То есть по времени передать деньги, личный кабинет. То есть это мы все смотрели. Номинация карт, сменить карту, информация. И здесь дуэль, заткнуть игрока, меню уровней. То есть здесь, кстати, новая карта типа появилась. И поэтому мы сможем вот так с вами выхопить, дотранить. Вообще все очень круто. Так, а где меню привилегий? Информация. Информация. Так, платные услуги. Платные услуги. Сложно, друзья, я вообще запутался. Возродить, ножи, магазин, заткнуть игрока. Меню уровней, лучшие игроки. Банк, передать ама, личный кабинет. Во, в личном кабинете, возможно, вообще не сюда зашел. Личный кабинет, настройки, поменять модель. Выдача привилегий, управление банком. То есть вы также сможете выдавать привилегии. Меню VIP-а. А вот VIP-меню, жизнь, броня, гравитация, скорость, деньги, комплект гранат. То есть здесь вы также можете брать вот это все, друзья. То есть очень-очень много плюшек всяких. Админ меню, гравитация, скорость, то есть возрождение. То есть, ну, здесь очень много плюшек. Кабинет охранника, настройки, управление банком, управление максимум меню, кабинет охранника, возродиться, гравитация, скорость, жизнь, бродюлёс, броня, 15 тысяч. Забронировать террориста, бессмертие, невидимость. То есть вот, друзья, прям 10 секунд бессмертия. Мы можем сейчас, опа, вот так с вами. Вот так, вот так, вот так. Опа, паутинка. Кстати, паутинку можем еще юзать. В смысле, 10 секунд же было написано. Друзья, ладно, я надеюсь, если вам понравился данный сервачок, я буду на этом, скорее всего, заканчивать, потому что немножко проиграли, повыживали, так сказать. Ну, реально, годный очень сервер, реально, таких, я думаю, нигде не видели, поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, заходите на сервачок, айпишечка, серы, все ссылочки, все будет, как всегда, в описании. Ну, а с вами был я, Рамзес, всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока.